Так, друзья, всем большой привет. Накладываю легкие его крылышки, ножки, что это такое. В общем, курица в этом непонятном кляре, который покупаем в Пабликсе. Леве завтрак. Ну, завтрак так себе, завтрак уже первый час, но как не могу его поднять. В общем, его завтрак. Не пишите, что мало, друзья, он больше не съедает. Он и это-то еще не все съест, скорее всего. Поэтому Левкин завтрак. А! Давай. Что? Давай. Забирай. Так, друзья, что у нас сегодня будем кушать? Мы будем. Я сейчас сделаю суп, который показывала миллион тысяч раз. Будет пицца. Потому что Вова поехал, купил тесто в Пабликсе. Он показывал закупочку. Когда там? В позапрошлом влоге. Пицца будет обыкновенная, с фаршем, как мы последнее время едим. Нам очень нравится пицца именно с фаршем. Он у меня уже размораживается. Там немножко фарша, вот мне столько, в принципе, и надо. Так, фарш, соленые грибочки, соус, майонез, помидорка и красный лук. Надо его найти. Да, есть. Красный лук у меня есть, у меня нет белого, но красный у меня есть. Это какой? Да, это он. Лук я, конечно же, просто нарежу в контейнер красный, чтобы он был готовый, нарезанный. Наша тоже такая заготовочка в холодильнике, которую так периодически берут и посыпают. Если он лежит в таком виде, говорила уже много раз, никто его не ест, он просто стухнет, пропадет и выброшу. А если я его нарезаю, то все едят. Все сразу едят. Так, я, наверное, побольше, наверное, не надо. Досточку. Нибудь контейнер под него. Что такой бардак у меня? У меня всегда порядок вообще в контейнерах. Это что такое вообще? Это кто-то разбирал посудомойку. Так, все, порядок. Так, мне нужен вот такой контейнер кругленький. Но туда, наверное, две луковицы не влезут, да? Ну ладно, впихнем. Уж чё-чё, а впихнуть невпихуемое это мы умеем. Я думаю, что влезет. Ладно, нарежу, будет еще же меньше, да? Так, одна луковица. Сейчас будем вторую впихивать. Слышите, друзья, у меня там фестиваль. Ну, там мультик идет и фестивальская музыка у Лаврика. Это капец. Он еще там танцует под нее, как на фестивале, как эти куклы танцуют. Он просто не разрешает себя снимать, поэтому я не могу вам показать это действие. Но кто с нами давно в Майами, я часто показывала, как он это делает. Он тогда был гораздо младше и разрешал еще снимать все это безобразие. Сейчас уже не разрешает. Но там, в общем, такой фестиваль у нас. Так, у меня, конечно же, все вошло, потому что половинка луковицы мне нужна на пиццу. Все это уже в холодильник. Так, у меня все нарезано. Тесто у меня одно тесто. Так бы я сделала две пиццы. Одну грибную для меня и для Лизы мы любим, а другую вот эту с фаршем. Но тесто одно, поэтому будет только с фаршем для всех. Дети! Дети ходят с айпэдом и снимают. У Лаврика руки все зеленые. В общем, он опять что-то творил. Мама, да. Мама, мне тесто. Ой, нет. Давайте проваливайте в комнату. Нисколько. Все, давайте проваливайте. Все, пока. Так. Раскатала. Вещь. Так, у меня уже почти все. Осталась вторая подушечка сыра. Я там еще вниз делаю сырную подушечку и сверху. И все, духовка у меня уже нагрелась на 380 по Фаренгейту. Это чуть больше режима выпечки, но меньше жарки. Оу, oh, yeah. Mm. А так, друзья, пицца у меня уже готова. Вот такая вот красоточка. Сейчас очень горячая, сейчас садимся кушать. Так, а я тем временем супчик вот делаю. Я уже все нарезала, я уже показывала его много раз, поэтому уже показывать не буду. Мясо, помидорки, болгарчик, болгарский перчик, как она, морковка, лука нет опять, картошка, рис, ну и всякие разные специи. Вроде ничего не забыла.
А, вообще, друзья, пицца получается одинаково вкусная, что с вот таким мясным фаршем свинина, говядина, плюс всякие специи, и тоже с куриным фаршем, одинаково вкусная. Но с мясным, конечно, она какая-то более сочная, что ли, да, но все-таки пожирнее мясо, чем куриное. Но по вкусу, я бы сказала, ну почти одинаково, то есть любой фарш, в принципе. Вот, друзья, как жаль, что камера не передает запах. Я уже просто добавила все специи, чеснок. Такой запах, друзья, идет. Просто вот не передать. Ну ничего, скоро технологии обязательно дойдут, что мы с вами будем не только друг друга видеть, но и слышать запахи. Не только видеть и слышать, но и слышать еще и запахи. Отличное место? Да, я говорю, отличное место нашли. Супер, это, да? Слышишь? Лизе тогда машину отдадим. Давай. Расскажем про машину. Что у нас случилось с машиной? Там, в принципе, ничего не случилось с машиной, все в порядке. Там просто производитель Volkswagen отзывает серию машин, потому что в левой двери, в общем, там какой-то проводок, который может помешать в случае аварии открыть подушку безопасности, либо позднее срабатывание может произойти. Поэтому они отзывают машины. И у нас поэтому... одну машину отозвали, да. Да. Поэтому... Нам нужно ее в итоге сдать, в общем, в сервис. Вова уже записал. Вова уже записал. Мы ее через пару дней отдаем в сервис. Там делов на один день. Там заменят или уберут, или поменяют, что-нибудь там делают. И все, и машина снова в деле. В общем, определенный год, определенная модель. Не все, конечно же, Volkswagen, не подумайте. Так, все, почти готово. Друзья, у нас сок яблочный. Давай попробуем. Это который сидр, да? Ну да. Ну, покажи этикетку. Не знаю, почему его называют сидр. Покажи этикетку. Ну, его любой. Оторвали дитяный его. Ну, очень вкусно. Ну, просто свежевыжатый сок просто. Вы знаете, обычный яблочный сок с мякотью. Все. Я не знаю, почему сидр, да, но яблочный сок с мякотью. Лёва обожает. Вова обожает. Я тоже люблю, я просто не хочу тратить ваш сок. Такое ощущение, что выжили свежий сок. Да, обычный свежий сок. Милота моя. Спит, лежит. Такой просто образ теплоты, уюта, добра, счастья. А, Жорик? Дрыхни. Так, все, я забросила картошку, рис, посолила и ждем до готовности риса. Можно сказать, супчик готов. У меня все разошлись, разъехались. В общем, кто где, я сижу, монтирую видео. Жорочка там потягули-потягули встал и опять улегся. А я себе включила такой релакс. Такая длинная достаточно видеозапись, такая мелодия такая приятная идет, тут их несколько, и вот какая-то такая картинка, вон снежок какой-то падает. Сижу монтирую в такой вот чудной атмосфере. Папин ужин. А то люди переживают, что ты мне пельмешками перебиваешься. Я пельмени никак не могу дождаться. Вечером. Вот теперь настоящий полноценный ужин. Супчик, сметаны, очень много, много зелени. Суп харчо? Ну, типа, наверное, не знаю. У меня нет этих всяких хмели-сунелей. Ну, все равно очень вкусно и очень похож на суп харчо. Ну да. Еще борща любит, охота. Папа любит, Маша страшно любит, да. Попробуй, пожалуйста, на соль, я вообще ничего не пробовала. На соль, на все подряд, короче. Отлично? Все, давай, enjoy. Господи, в чем только маме не приходится участвовать, в каких только экспериментах своих детей. Это пипец. В общем, пришлось оторвать Барби голову. Где? А вот она, ее голова. Мама. В общем, кто знает, как устроена Барби. Кардаш. Да, а каждая мама, у кого есть дети, знает, как устроена Барби, потому что, ну, там такое устройство головы, она так... В общем, если ее оторвать, это целая проблема. В общем, нужно было оторвать голову Барби, там еще такая штука торчит, засунуть голову Маши, где ее тело вообще пока непонятно. И дело в том, что шея от Машиной головы сильно отличается, пришлось сделать надрез, чтобы это как-то впихнуть. А Машу? Невпихуемое. А Барби сделать? Вы посмотрите, что этот творческий мальчик сделал. Это я собираю мусор, я укормила.
А я Барби сделаю Машу. Да, Барби теперь Маша. Да, теперь у Барби голова Маши. Вот такая вот теперь красивая Барби. Да. В общем, в чем только маме не приходится участвовать, а? Мам, а где вот такая? Пипец просто. Мам, а где у нее? Вот и ее тело, вот оно. Ну нет, да Маши. А, Машина тело, я не знаю, я вообще его не видела. Нашел? Да. Так, а здесь будет наоборот. А здесь, ага, здесь вон что. Здесь тело Маши найдено, и голова Барби вставляется в тело Маши. В общем, как-то так. Она превращается. Капец, она превращается, да, она превращается, да, вот так вот. Очень хорошо, что эти столы дешевые, видите, у Лаврика стол, да, вот это вот стол Лаврика, видите. Нет, зайка, я уже все помогла. Вот это стол Кати. Это что за вода? Она поместилась. Она поместилась, да. Ой, ребята, видите, мам, они превращаются. Они превращаются, да. Yeah. В общем, вот такой вот эксперимент, друзья. Мила, пойдем отсюда. Пойдем, пойдем. Видел? Смотри, что он поменялся. История игрушек, да? Папа не заметил разницы. Нет, я не понимаю даже, о чем мы тут. Папа даже не понял, вы о чем. Вы видели мои колеса? Я не заметила никакой разницы вы между прежними. А сколько они стоят, друзья, лучше вообще не озвучивать. Мам. Ладно. Так, дети, вам уже баиньки пора. Нет. А, как ты хотел, да. Ну там. Катя в школу уже. Ночь. Через пару дней и все. Там нету. Ой, ночь. Через сколько там уже мам, все, в общем-то. Там нету ночь. Ну, нету ночь, ну да, уже пора, потому что Катя не встает утром. Да. Как да, мы да, будем в школу ходить, хочу, я не знаю. Мы же просто часы перевели, из-за вот этого перевода часов дети встают на час позже. Не играйте, просто ложитесь и спите. Нет. Сделайте маме с папой подарок. Просто ляжьте и усните. Ладно? Ладно? По рукам. Сыночка, по рукам. Сейчас, Маш. Так, Жорик здесь у нас так и поселился. Так и поселился тут, да. Ой, ты мой маленький уютный котик, ты мой красавчик. В общем, теплый коврик, он греется от розетки, и Жорик тут теперь у нас дрыхнет. Выбрал себе место, и всех твоих птичек видно будет по утрам, а, Жорик? Жорик, Жорик. Ну ты дрыхля, а? А? Что? Из корзинки, ага, он вон там, главное, спал вообще почти весь день просто в этой корзинке. Он так вставал, так потягивался и все. Так, ну что, игрушка у нас вроде не валяется на полу каждое утро. Вроде здесь стоит, может, они реально ночью спят, конечно. Спать собралась.